3 июня в Заозерном пройдет праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. Его организуют сами жители микрорайона, воспитанники школ, детских садов, общественники. Праздник будет проходить весь день с 11 утра до 7 вечера в 5-м микрорайоне на площадке «Город детства». Помимо развлекательной программы, на сцене можно будет поучаствовать в мастер-классах и играх. Всем детям раздадут воздушные шары и сладости, а самые активные получат призы и подарки в конкурсах. Программа насыщенная. Будут проводиться различные шоу, шоу мыльных пузырей, химические шоу, детские квесты, будут работать интерактивные площадки, различные интерактивные программы, предусматриваются конкурсы, розыгрыши подарков, различных призов.